скорби нет срока давности, и это отчетливо понимаешь, глядя на старые черно-белое фото, на пожелтевшие листы бумаги. Через несколько секунд после щелчка фотоаппарата эти люди будут уже мертвы. Это последнее мгновение жизни наших земляков. Трупы в азарическом лагере смерти, тела на виселицах. Это мазыряне, которые могли бы жить. Белорусы, евреи, поляки, русские. Фашизм не особо смотрел на национальность, возраст, пол. Протоколы опроса свидетелей, материалы работы чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний нацистов на территории Мозырского района за 1944-1946 годы. Фото разрушенных зданий, театр, почта, мебельно-испичечные фабрики, электростанция. Материалы расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны для выставки представили прокуратура Мозырского района и Мозырский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь. Экспозиция, которая разместилась в одном из залов выставочного, хоть и небольшая, но очень содержательная, и призвана напомнить о тех страшных страницах истории, которые являются трагическими для всех поколений белорусов и мазырян в частности.